Привет всем, привет всем, привет, привет, привет. С вами Лего Мьюзик Варс. Значит, сегодня у нас что-нибудь новенькое. А сегодня мы открываем подарочки. В общем, все я выкупил. Я уже все выкупил. Сейчас буду так же, как вы, ругаться, если дроп будет плохой. Но все равно буду ругаться, потому что я думаю, что мне ничего не выпадет. 12 тысяч у меня на жука. Сейчас я посмотрим. Сейчас сначала бесплатки откроем, потом, ну, куплю еще, может, 30 подарков там, ну, для проверки просто. Там сразу и сравним и такой дроп. В общем, и так посмотрим. Такой небольшой, скажем так, альфа-бета-эксперимент на выпадение. Хотя я думаю, что и там дроп будет одинаковый. То есть, что там его не будет. В клубах я уже тусоваться начал. Уже на шейха я прошел, буду делать видео, потому что я вытащил с шейх клуба. Посмотрите. Сразу скажете, айс, не айс, ойс, не ойс. В общем, те, кто не выкупил подарки, ребят, давайте выкупаем. Осталось примерно около 20 дней. Так что давайте будем поторапливаться. Но начнем, наверное, мы с самых маленьких. Так, вы видели, что я в свое время нечаянно нажал, и Осириса уже вытащил. Так, это самый... Так, в общем, расходы я не показываю. Там под 200 тысяч это неинтересно. Меня интересует именно выпадение главных призов и звезд. Все. И по старинке я не нажимаю кнопку, ребята, открыть еще и открыть 10 подарков, потому что почему-то я как-то не доверяю. Не знаю, если все нормально, можете написать в комментах, что да, действительно, при 10 подарках открывается все прекрасно. Я, к сожалению, не являюсь сторонником такой вещи. Ну, это свойственно, что он выпадает. Даже или нет? Ну, хотя... Отлично. Амулет Осирисов. Нет. А так можно? О, а так можно. Хорошо. Ну, тут, конечно, и дропа не будет, но Осирис падает вообще прям просто огонь. 16, 28. Учтите, что это бесплатки. Прям вообще, прям бесплатные бесплатки. Кто сколько звезд вытаскивал? В комментах пишите, сколько с мелкого кто вытаскивал звезд. Ну, у меня максимально пока 12. А нет, 13 у меня. 13 звезд у меня максимально. О, 150. 150, все вообще прям. 130. 150. Короче, Осирис выпал парочку раз и все, да? Ну не, 172. Еще один Осирис сейчас будет. 130. Слушай, ну звезд сыпет вообще конкретно. 125. 900 звезд уже вытащил, только чисто с подарка. Вот штука уже. Пятьдесят на 70. А вот сейчас должен быть Осирис. Нет, не сейчас. Вот сейчас. И не получается. Ладно, Грэмми хоть сыпет. Кто-то в свое время говорил, что только Грэмми качаться может. Отлично, еще один амулетик. Ну, третий. Получается, с бесплаточек. Че, еще что ли? А, нет, сотенка. Все нормально. С Осирисом, короче, разобрались. Так, получается 25% характеристикам. Так, и по жуку. Жук, ребят, у меня первого уровня. То есть даже показывать не буду, просто скажу, что первый. Все, это был первый экспериментальный, получается. И не получалось. У меня тогда его вытащить, тогда не было бесплаток, там надо было все выкупать. Что-то я собирал, там мурыжился вообще. Задолбался, короче, с ним тогда. Я еще помню это. Потом в традицию, кстати, вошло. Что появлялся он, короче, на этих 35. Ну, не должен, конечно, выпасть. Хотя 50 подарков примерно должно быть на машинку. О, 340. Так, ну ладно. Блин, даже эмоций никаких нету. Давай, жука, давай. Жук!
Не получилось. Колдовство не сработало. Так. Ладно. Ну, с этих сразу говорю. О, есть. Я Таргона вытащил 12-го. Я 12-го Таргона вытащил. Прикольно. Четыреста сорок. Короче, срезали жука, наверное, в хламиду монаду. Итого у нас ни одного жука, Осирис третий и Таргон плюс один. Ну и ладно. Так, итого мы вытащили, получается, 2000 звезд, плюс там куча всякой мелкого расхода. Так, ну и теперь давайте ради эксперимента, да, на раз, два, три. Двадцать, да? Да, 20 подарков. Ну, так вот, ради эксперимента. Ну, тратиться я не буду. Потому что, ну, это не есть то, что интересно. Хоу, зато. Хотя я 340 уже вытаскивал. Кто-то говорил, что жук вообще не падает. Может, его убрали из подарков, а? Может, он как бы нарисован, но его нету? Ну, открывать я его не буду. Искать я его тоже не буду. Дэмэдж, который он там дает, ну, это не критичная, короче, фигня. А, нет, вот, выпал. Хотя, вот, плюс 2. Ну, 50 подарков, ребят. 50. 50 подарков, примерное выпадение, ну, на плюс 1. 270. Ну, звезд сыпет вообще хорошо. То есть, если есть задание на звезды, можно отдельно выкупать подарки, из подарков полностью реализовать их. Вообще без проблем. Ну, 50 подарков один жук потратил звезду. В общем, если честно, ну, не очень. Ну, хотя, что я хотел, да? Правильно же. Давай еще один купим вот так. Вот, это рубинный. Давай. Ха! Ну, и за рубин тоже не Ну, хоть бы за рубин это выпал бы. Ну, чего так-то плохо? Ну, а так, ребят, пишите, сколько потратили, качаете ли вообще жука, качаете ли Таргона. Ну, некоторые комментарии я уже ваши видел по поводу того, что и машины не выпадает, что потратили по 50 подарков открывали, что потратили там кто-то 7500 звезд влил, в жука тоже ни разу не вытащил. В общем, по таким вещам вообще надо, не знаю, это надо бомбить, наверное, и возмущаться. Ну, те, кто не смотрел видео, ребят, про лутбоксы, посмотрите, пожалуйста, у меня есть оно на канале. Оно, как бы такое, знаете, оно честно хейтерское в отношении разработчиков, но такое надо делать хотя бы иногда, потому что, ну, чересчур зарезанный дроп. Как пели няшки, дроп урезает, но мы держимся. В общем, типа такого. Спасибо всем, кто смотрел. В комментариях пишите, что вы вытащили, если вытаскивали, или что не вытащили, и сколько потратили. Я больше тратиться сюда не буду. Мне ни питомец, ни жук, ни осирис не нужны. Я буду копить теперь звезды уже на 7-летие. Думаю, может, что-нибудь там интересное введут или вообще введут уровень. Всем счастливо, всем спасибо. Hey, where'd you go?